Сенатский комитет заслушает Джейкоба Лоусона, главного координатора Международной климатической станции. Внесите в протокол, что он опоздал на целый час. Да, прошу прощения, мне пришлось лететь из космоса, буквально. Благодаря системе спутников, природные катаклизмы остались в прошлом. Человечество контролирует погоду. Господин президент, один из термосферных спутников вышел из строя над Афганистаном. Что вы предлагаете? Нужно отключить все спутники. Все мы знаем, сколько людей погибло из-за погодных аномалий. Такое не должно повториться. Ты снова летишь в космос? Я вернусь. Обещаю. Удачного полета, сэр. Только не поломайте тут ничего. Запуск главного двигателя. Это мистер Джейк Лоусон. Тот самый Лоусон? Вы выглядите старше, чем я думал. Ну, в смысле, из-за бороды. Я уволен, да? Мой доступ закрыт. У спутника связь глючит, бывает. Но только не у всех сразу. Это не сбой. Кто-то взломал систему. Похоже на глобальную климатическую катастрофу. Геошторм. Мы должны отрубить систему. Код отмены есть только у президента. Помоги мне. Просишь секретного агента совершить преступление? Серьезно? Мы что, похищаем президента на такси? Джейк, ты наш последний шанс. Три. Два. Один. Давай, детка. Вы понимаете, что это госизмена? Измена. Ах да, похитил президента. Раскрыл гостайну. Я ничего не забыл, милая? Милая? Держитесь! Женись на ней.